На территории поселка Петровский после реконструкции открылся бывший дом офицеров. Этого события местные жители ждали с нетерпением. Как мы видим, исторический облик здания полностью сохранен. Торжественное открытие после реконструкции бывшего гарнизонного клуба офицеров состоялось в конце января. И вот в обновленном здании прошли первые занятия. В Петровском ДК заработал филиал досугового центра «Юность». Осмотреть восстановленный дом культуры и оценить, в каких условиях занимаются дети, приехал депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Экскурсию начали с концертного зала, где в это время проходила репетиция театрального коллектива «Содружество». Здесь у нас только была вокальная студия, а сейчас у нас вот уже и зал начал заниматься. Ну, то есть потихонечку театральная студия идет. Зал шикарный. Угу. Да? Мест больше стало, да? Больше. Затем Вячеслав Фетисов отправился в творческую мастерскую. Там проходило первое занятие за студии. Тепло. Очень тепло, да, шикарная мастерская. Светлое просторное помещение, новая мебель, удобные современные мольберты. Словом, в мастерской есть все необходимое для того, чтобы творить. Одна из учениц подарила Вячеславу Александровичу собственную картину. Далее депутат осмотрел местную библиотеку, гримерку, зал для занятий танцами и даже туалеты. Увиденным Вячеслав Александрович остался доволен, заявив, что такие дома культуры, где жители смогут собираться, общаться, раскрывать свои таланты, должны быть повсеместно. Я здесь был пару лет назад, конечно, полуразрушенное здание с хорошей концепцией, которая была задана много лет тому назад, но в ужасном состоянии. Заняло определенное время для того, чтобы передать здание местной власти. Да, и местная власть как раз сделала то, что она должна сделать. Отремонтировала, привела соответствие. Вот, наполнила содержанием. Мы все-таки будем продолжать работу из-за студии. Также мы будем вводить секцию единоборства. У нас уже есть тоже тренер Артур Варданян, который уже набирает группу, и они уже здесь будут работать. Театральная студия также будет продолжать свою работу на данной сцене. Местные жители тоже рады обновлению Дома культуры и с нетерпением ждут, когда он откроет двери для общественных организаций поселка. Пока нам не объявили, где будет комната совета ветеранов, общественности. В целом ремонт и назначение и состояние помещений прошелся я по всему клубу полностью. Хорошее. Только в восторге, только радоваться. Хороший ремонт получился. Вот. Очень понравилось нам. Вот. Хороший зал, хороший клуб вообще. Вот. Сейчас здесь секции открывают для детей. Вот смотрим сейчас, может, себе подберем еще какую-нибудь секцию. В данный момент в Доме культуры набираются группы на занятия хореографией и восточными единоборствами. Записаться может любой желающий. Екатерина Борисова, Владимир Бежонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.